Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик кто-то и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Мы скачали очень крутую карту, где будем выживать на машинах. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. У нас будут непростые машины, у нас будут машины с пушками. На этой карте есть очень много бочек, если по ним стрелять, будет все взрываться. Так, я ставлю 6 машин тогда. Так, вот идите, а то может... Ой... Кто может кто-то упасть? Так, ну что? Я сажусь, давайте самую последнюю. Как самый хитрый. Давайте только не сразу убивать, давайте стараться именно скинуть. Проиграет тот, кто упадет за карту. Бортиков нет, и поэтому будет очень легко скинуть. Так, все сели? Раз, два, три. Гонка смертельная начинается. А мы не спешим. Мы едем себе потихонечку. Бочка, взорвись. Так, 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 так. Отлично, едем. Ой-ой-ой, сзади выстрелы. Ах ты жопа. Так, 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 наваливаем, наваливаем. Те уже пацаны оторвались. А, с шифтом можно ускоряться. И-хи-хи, подлагала, я из-за этого упал. Первый, как всегда. Ой, блин, пацаны, удаляю вам гонки. Все заработало, все зашумело. Опа, истребители появились. У нас, короче, ребята, пошел сэндбокс. Хорошо, я беру танк. Я разозлился на вас. Ну, стреляй, блин, я тебя скину. Я тебя просто скину. Самая бронемойная машина у нас в паке. Да что так со мной? Я почти доехал. Так, так, так. А кто у нас там? Ты чё, жопа, на тебе. Эй, не попал! Сбиваем самолет! Бум! На тебе! Ха-ха-ха! Лох! Ой-ой-ой-ой, сейчас упаду! Тихо, не мешайте, я на танке! Эй! Тихо-тихо, полетел, полетел! Один упал еще! Эй, ты чё чудишь? На! One shot! Едем дальше, у меня еще очень много жизни, я тащу! Нифига себе этот танк наваливает. Ты чё по мне стреляешь? Я буду мстить. Ну-ну. Я тебя прям на ход стрельнул. Это очень красиво. Эпичные кадры, как всегда. Так, смертельная гонка продолжается. Так это же смертельная битва. ПВП. Ты чё тут присел на меня? Алло. Ах ты жопа. Прощай, сынок. Я тоже упал. Так, хорошо. Давайте возьмем другой танк. Маленький. Я еще и на самолете буду сегодня летать. Мы скачали классный мод, где можно самолеты Звездных войн и разные там паки прикольные. Пробитие. Что за пробитие? Отвали! Блин, я горю, жопа горит. Наваливай, Димка. Вот что ты чудишь? Ого, я тут уже какую-то машину мощную взял. Давайте этот танк возьмем. Так, заводим. Так, в жопу некрасиво стрелять, да? Эй, блин, куда я нажал? Да что, я вообще не танкист ни разу. Дубль 2. Чпонькс. Так, 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 так. Вижу, вижу, вижу. Прощай, сынок. Внимательно целимся. Стреляем. Ай-яй-яй, красиво попал. Разворачиваемся. А! Ты чё решил по мне стрелять? На! Следующий. Эй! Отвали! Прощай! Ай, нет! Додикс! Да! Мне твои пульки такое себе. Вообще, щекотушки. Это очень быстрый танк. И хорошо управляется. О, привет. Эй, 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 не-не-не. Бум. Давай, 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 танк, ты сможешь. Давай, давай, давай. Так. А я тебя сейчас скину. Кто это у нас тут завис? Прощай. Прикольно. Можно не только убивать, можно просто как щенка скинуть.
Так, едем себе. Сегодня я здесь главный. О, ты что, решил со мной потягаться? Бум! Ха-ха-ха! Потухейшн. У губочки взрываются. Так, музычка какая-то конченая заскриптована на карте. Есть пробитие. Эй, ты что тут ездишь? На! Ты вообще очень изичный. Так, погнали, погнали. Эй, ты что стреляешь по мне? Сопляк. Бум. Так, стреляем с пулеметов со всех орудий, которые у меня есть. Не отпускаем никого. Бум, есть, одного уничтожил. Еще один сынок. Так, 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 ребята. Выруливаем и начинаем просто... жопа. Блин, я упал. Еще в жопу мне воздухи стрельнул. Есть пробитие. Так, ребята, смотрите, что у нас еще есть. Сейчас покажем вам. NTT. Есть у нас вот такие вот корабли. Реально очень крутые. Заводим его. Офигеть, погнали. А, блин, карта маленькая. Придется только так воевать. На маленьком пространстве. Мы играли вчера на большой карте. Кто там сидит у нас? Так, ребята, покажу вам еще один самолет, только дайте мне взлететь. Потому что он такой немножко конченый. Так, заводим его. Блин, а я не успею взлететь. Не резайся, нет. Вы какие-то психи, что ли? Так, ну что, полетели. Погнали, погнали. Лучше сделать от третьего лица. На пробел, насколько я знаю, можно военный режим включать. Эй, ты чё по мне стреляешь так жестко? О, у меня ракет. Во, под картой можно летать, офигеть. Ушел щенок. Получай гранату. А, наваливай, машина. Не-не-не-не-не, не пойдет. О! Тихо, тихо, тихо. Газуй. Бля, она какая-то медленная очень. Ракеты не успевают. Конечно, наш, как я лечу, что псих. Нет, нет. Главное стрелять на ход. А ты там кто летаешь? Для тебя есть очень классный сюрприз. Ты что, с танком решил тягаться? А что это за рахитная машина у тебя такая? А кого, у меня? Вот бы попасть, это было бы очень сильно. Прощай! Так, кто у нас там еще такой умный? Бум! Нормально, воюем, пойдет. Ты чё там летаешь? Так, 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 надо его как-то выследить. Блин, очень тяжело попасть. Придется с пулемета гасить. На дурачка вдруг повезет. Отвали от меня! Ого, тут уже у нас Звездные войны, что ли? Я. Так, 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 я валю, пацаны. Вы мне уже начинаете не нравиться. Что за говно здесь подо мной? Ого, всю карту взорвали, что ли? На меня. Слушайте, я хочу такой же самолет. Так, надо этого челика как-то скинуть. А, ну можно убить. Тоже вариант пойдет. Я хозяин здесь сегодня. Батя в здании. Нифига себе, кто-то мне наваливает. Звездные войны. Так какие Звездные войны? Я в танке. Отвали. Блин. Ай, стенку врезался. Да что ты хочешь от меня? Пристал, это летающая штуковина. Ой, я вылетел. А, блин, нет! Не знаю, они могут не активироваться. Пойдет? Все, это война. А вот вам еще бомбы. Война.
Ого, а это кто набросал? Ого! Дорогие друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!